Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. И сегодня я снова рада, что я с вами, а вы со мной. Ну, пробегимся сейчас по обзору покупок. Не каких-нибудь, а из фикс-прайса. Снова я на веранде, так как негде снимать такое. Опять же, лампу я не купила пока, у меня ее нет. Поэтому в доме, ну, темновато, скажем так. Часто, ребята, у блогеров смотрю покупки из фикс-прайса, обзоры тоже. Ну, по-видимому, в их городах это большие магазины. В Сочи, я скажу, он есть один, но не особо он меня впечатлил, он небольшой. Снимать там нечего. Видимо, привоза нету и разбирают, видимо, со скоростью звука все. Единственное, что я довольно купила, полотенца. Вот три штуки мне попалось. Это последние, что были. Размер 60 на 90, ребята, и цена им 199 рублей. У нас таких цен нет. Поменьше недавно я покупала, чуть. 350 и не подходи. Поэтому это такие вещи, что нужно всегда иметь. Я люблю, чтобы свеженькие, хорошенькие были. Ну, вот так вот, три штучки. Купила вот такие. Четыре штуки, ребята, купила вот маленьких. Махровое качество отличное. Поменьше, по 99 рублей. Вот это вот. Два коричневеньких и два зеленых. Вот они. Не знаю, сколько у нас стоит, но где-то около 200. Я уже позабыла. Или 230. Что-то сын зимой мне покупал. В больнице лежала, дома новых полотенец куча. Они не нашли, но мужики не нашли. И купили, по-моему, 230. Но что мне там, ребята, попалось? Я себе обновила крема. Я пользуюсь кремами, как и многие другие люди. Думаю, женщины, девушки этим пользуются. Купила вот крема. Омега премиум. Вот он, ночной, восстанавливающий. А вот дневной. Крема эти недешево там. Как бы и в другом месте по такой цене можно было купить. Но так как уже мне нужно было, я с собой ничего не брала, во-первых, чтобы лишний груз не тянуть. Да и уже заканчивается у меня то, что есть. У меня Avon был. Да, ну поменяем, ладно, что это за омега, не знаю. И купила вот такие вот штучки, ребята. Сыворотка эликсир, омолаживающая гиалуроновая кислота. Экстракт граната и экстракт авокадо. Не пользовалась таким никогда, не знаю, что это вообще. Ну, будем видеть, будем посмотреть, как говорят, да? Очень интересно. Будем видеть. Ну, ребята, а в общем, цены там, ну, я бы не сказала, что низкие. Носки по 100 рублей. По 100 рублей в магазинах есть и на рынке. Их полно по 100 рублей. 90, 100. Трикотажа вообще нет. Я хотела мужского трикотажа посмотреть. На работу мужу там что-то не столь дорогое. Но ничего такого не было в наличии. Ничего. Опять же купила крема вот для рук. И тоже эти крема не дешевые. Хоть и в фикс-прайсе.
Вот они. Крем для рук и тела питательный. Уход и питание с кокосом. И крем гиалуроновый. Глубокое увлажнение. Так. И еще, ребята, еще. Мне часто пишут, применяй гарнитуру. У меня есть, конечно, микрофон. Я вам показывала, покупала его и брала с собой. Но где его там дело? Я вроде его не привезла домой. Я не знаю, где он делся. Где я, может быть, найду потом в вещах. Но пока не находила ничего. И в Фикспрайсе я купила вот такую штучку. Наушники. И микрофон. Я хотела микрофон, ну, купить просто. Но сказали только с наушниками. Мне наушники не нужны, у меня беспроводные. Сын привозил из Москвы. Ну, ладно. Будем пробовать, ребята. Будем пробовать, потому что часто делают замечания за звук, типа. Ну, не слышно, я не знаю. Не, ну, если вы в идеале купить там крутой микрофон, то ладно, можно купить когда-либо. Но пока будем пробовать этот. И буду искать тот, что я вам показывала. Куда его дело, фиг его знает. Не знаю. Но вот это вот покупки, ребята. Вот где-то чек у меня был. 1800 рублей. Три полотенца. 60 на 90. 4 поменьше полотенца. Косметические средства. 6 штук. И наушники. Это для фикс-прайса не так и дешево, чтоб я сказала там. Как рассказывают, понимаете, как рассказывают. Так, ребята, покажу еще одно полотенце. Это я купила просто по случаю, из-за чего. Пошла гулять, а вышла к морю. Думаю, там нужно покупаться в купальнике. Пошла поснимать. И купила себе, ну на чем, не будешь же на гальке там загорать. Купила там за 650 рублей. Морская тематика вот такая. Ну, полотенце пригодится, большое. Большое полотенце для душа. Я прекрасно на нем уместилась. И прекрасно на нем провела время там. И загорала, и вытиралась. И, ребята, сбылась мечта идиота. Не знаю. Не знаю. Мне вот, знаете, хотелось всегда иметь шляпу. У меня раньше были. Ну, уже они, ну как, вышли из хорошего вида. Я уже не знаю, где они. Вот хотелось мне иметь шляпу. Купила я шляпу на пляже тоже. Ну, мимо не пройдешь. 1200. Вот это все удовольствие, ребята. Сбылась мечта идиота. Ну, смотрится нормально. Хотела еще там же поснимать, но не получилось. Вечно то-то-то-то-то, без шляпы, то ветер. Думаю, еще сниму какие-нибудь репортажи вместе со шляпами. Ну вот, я привезла там много всего, еще, может быть, буду показывать вам, что покажу, что нет, потому что там дочь мне надавала ужас всего, и я еще покупала, еле давала клад рисунки. Еще раз скажу, как я добиралась с этими сумками, не дай бог. Ну, на этом, ребята, буду заканчивать. Желаю всем всего самого доброго, хорошего настроения. Всем, ребята, пока. Спасибо, что были со мной.